Привет всем подписчикам канала Дневник Рыболова. Ребята, наконец-то мы выехали открывать сезон рыбалки на первую открытую воду. Что могу сказать? Погодка шепчет. Попытаемся поймать сегодня первого карася. Вот, буду использовать всю прикормку магазину, ребята. Буду мешать первый для меня раз это меласа, потому что меласа используется для того, чтобы утяжелять прикормку. Нам на течение такая прикормка и нужна. Поэтому делаем прикормочку и будем пытаться ловить первого карася 2016. Всем удачи, поехали! Набрали водички с водоема, пока пропитывается наша прикормка меласой, добавляем сливу. Приятный запах, цвет также. И тщательно ее, ребятки, перемешиваем. Прикормочка уже наша пропиталась, как видите, потемнело. Должна была и потяжелеть, по идее, чтобы у нас ложилась она на дне. Нам пылящий эффект с вами не нужен в данный момент. Все, начинаем добавлять нашу сливу. Доувлажняем. Так, вот что у нас получилось. Лепятся комочки и разваливаются. Все, ребятки, устанавливаем наши спиннинги и делаем первый заброс. Так, ребятушки, устанавливаем наши стойки. Все-таки, вы, если у вас на рыбалку, то вы пишите, где же рыбалка? Согласен, сам такой. Так, сейчас расставим все по фэншую. Вот так вот, все отлично. Стоечки стоят, фидера на мази, будем делать первые забросы. Привез весь арсенал на водоем, будем пытаться, так, ну, горох, который мы делали, будем на него ставить. И, кстати, новинка есть, технокатыш, ребят, будет тест сегодня проходить для ночной ловли. Почему для ночной, я потом вам объясню. Вот он, беленький, белоснежный. Новая разработочка. Вот такой вот бойлик будет. Но это немножко позже. Так, ладно, все. Сейчас будем пытаться горох запуливать. Сейчас берем монтаж. Вот видите, монтаж. Я привык на них ловить, мне нравится. Я не заморачиваюсь особо. Сейчас. Наша прикормка настоялась. Сегодня я утяжелил ее меласой. Забиваем нашу кормушку. Сейчас я один поставлю вообще без червей, без опарыша, без бутерброда. А чисто установлю первый есть. Ну что, ребята, первый заброс в 2016. Так, места уже мне знакомые. Поэтому там искать бровки или еще что-то я не буду. Поехали.
Отлично. Первый забросик есть. Устанавливаем. Сейчас возьмем колокольчики. Подцепим или на стойку, или на кончик. То есть это уже по желанию. Второй. На стойку поставил. Ну, как кто. Я, допустим, больше люблю, когда на удилище. Не-не, он же сейчас течением опустит. Правильно, кончик удилища, правильно. Я тоже люблю так цеплять. Но многие их раздражает звук колоколов. Хотя какая разница, сейчас тоже поставлено. Сделал вот еще бутербродик. Бойлик и два опарика. Все, попробуем поймать первую рыбку 2016. Ну что, установил, сижу. Коллеги тоже мои по сторонам сидят. Теперь пришло время поймать первую рыбку. Ну, может, единственное плохо, что приехали в обед. Как раз не особо будет клевать. Но надеюсь, все равно кто-то должен заявиться в гости. Ну где же первая поклевка? Где-то вон уже колокольчики звенят. А ну, Санек, давай. Холостая, да, поклевка? Будем пытаться сейчас кому-нибудь ловить. Удочки на мази. Теперь можно пойти накрыть столик. Точно. Я знаю, почему не клюет. Мы же не сыты, голодные. Обычно как? Нужно самим... А это серьезно очень, между прочим. Пойдемте, перекусим. И потом, как начнется клев, просто дикий. Пора. Нужно пообедать, тогда рыба пойдет. Что? Это вообще на пустой крючок будет цепляться. Да, серьезно, сейчас организуем столик. Травочка салатневая. Перекусим и будем, ребята, ловить рыбу. Сейчас столик. Такой мини. Оп! Как раз отлично. Тормозок, чтоб не сразу пропал. Да тут и оно. Но у меня там это, консервированная тушенка. Вот это мы ее оставим на завтра. Ну, у меня паштет есть. Вон колбаса такая еще, что я думаю, до завтра полежит. Она где-то запаянная. Вот эту хрень не знаю. Надо есть сейчас. Он свежий вообще. Кто поставил, привезли. Ну, сало нам не надо, да? Виталик, ты уверен, что утка не улетела? Сыра надо. А что, нет утки? А, вот она. Утка должна быть. А ну доставай, дичь. Виталик забросил, и вот после первого же заброса это дичь. Поймал. Он поймал. Да. Причем сразу же приготовленные и выпотрошенные. Да. Как упала. Барон Мюнхгаузен фильм. Ну да, лупанула, упала утка. Она еще и соусом облилась по дороге. Как это мило с ее стороны. Ну-ну, первая рыбка. Даже не надо бутерброд есть. Первая рыба. И у нас первый карась. Ребята, это карась. Блин, надо переживать хоть. Вот он, ребятушки. Вот он наш карась. На гороховый бойлик.
Первый трофейчик мой. Красавчик. Блин, полный рот. Сказал подписчики, хоть пережу или что. Но пацаны не успел, правда. Иди домой, в копилочку. Все. Сезон официально открыт. Я жалел, нужно пообедать. И движ пойдет. Так, ну, перезабросик. Эй-эй-эй. Снова поклевка. Только какой клевал, не пойму. Походу он у меня клевал. Опять на гороховый. Это карась. Не крупный, но тем не менее, вот опять же наши бойлы. Пацаны, да все у вас впереди. Ну что вы? Так, поменяем. Он какой-то плохо видно связан был. Заденем. Так, вот, все. Прикормочка. Так, ну показывала она улов свой. О, это хорошенький. Вот первый забросик, да? Самый первый. Ага, приклеился хорошо. Сейчас насобираешь здесь. Я его ломаю. Не знаю, как его снимать. Сдвинь его в сторону. Скользящим. Да. Так, а я пока, ребятки, делаю очередной забросик. Оп! Отлично. Зачем я покупаю карматинки? Ну да, сейчас походишь, здесь их должно быть очень много. Так. Надеваем. Оп, все. Сейчас я сделаю полный перезаброс. Все отлично. Поклевка. Третий мор рыб. Если вытянул. Опа-на.
Думаю, карасик. Это водит, да, карась. А, на гороховый. Да, что-то гороховый лучше работает. Ну как не лучше, в основном у него и другие не ставил вкусы. Хорошо зацепился. Ну вот, ребятушки, работа на гороховый. На? Да, на гороховый, кажется. А у тебя ж нету, да, их? Я тебе сейчас дам. Хороший, хороший. Так, ну уже третий в активе. Красавчик, иди. В копилочку. Так. Перезабросик. Ох, рыбаков. Целый берег забит рыбачками. Оп. И забросик. Отлично. Оп. Клюет. Не знаю. Может, поздно уже подсек. Сейчас главное местину прикормить. Ночью, думаю, мы свое возьмем. Плотвичка. О, трусит. А ну, подсечем. Кто-то у нас такой сильный. Хорошая поклевка. Угу. Карась, наверное. Ты видела, что удилище трусило. Сильная рыба, речная. Одним словом. Да, сейчас летит трава. Карасик, наверное. Вообще никого, наверное. Сход. Блин. За 2 часа рыбалки у меня 5 поклевок, 3 карася, 1 небольшая плотвичка и 1 холостой удар. Вот. Поклевка была мощная последняя, но почему-то я даже подсек и не почувствовал, что там за рыба есть. Вот. Ну что, сейчас буду делать опять перезаброс. Буду стараться побольше кормить сейчас рыбу, чтобы наш столик к вечеру был готов. Так, по-моему, что-то поддюбует крайний. А? Что-то проклюнуло, ребята, и все. Ну, а пока перезабросимся. И бросила, на удивление. Какие-то есть или сильные, ребята, поклевки, или вялые. Оп. Так, все. Так, что-то вот этот пару раз себя проявил, и все, и тихо. О, нет, что-то там. А ну-ка, ну-ка. Ребят, что-то мелкое очень. Дернула и опять бросила. Пробовать достать его. Заодно проверим, что там. Сейчас я уберу. Колокольчик. Подсеку. А ну-ка сейчас проверим. Такой прям упор идет. Если там рыба, вопрос. Что-то есть, ребята. Только что-то была за поклевка такая.
Ух ты, ё-моё, хороший. Хороший. Отличный. Вот он, ребята. Ну, это уже достойный такой размерчик. И в копилочку его. Опа. Да, карасик идет неплохо. Посмотрим, что к вечеру будет. Уже это у нас пятый в активе карась. Опять на этот, представь. Только вытянул. О, вот это уже понти. Вот это получше. Это уже... Слушай, это такой... Не одна только и все, да? Одного только тоже. Слушай, этот интересненький идет. Крупненький. Карась, да? Опа, хороший. Ох, здоровый такой. Вот тебе и гороховое, видишь? Ага. А тут рыло не работает, не работает. Обрастаю же, ладно тебе так, в копилочку его. Ну что, ребятушки, уже седьмой карасик заскочил в копилочку. Вот, в принципе, прикормка в тандеме с гороховым бойликом отрабатывает на ура. При учете, что сейчас день, как бы считается мертвая зона днем, все-таки ближе вечер, утро, там ночь для реки. Но, тем не менее, поклевки есть. Возможно, мы с прикормкой не прогадали, и все-таки Миласа на самом деле свою работу делает. Да, ребята, вот что еще хотел сказать по поводу Миласы. Я брал фирменную Миласу. Она такая, вот скажем так, дороговата. Но есть в ветлечебницах, в ветаптеках. Продается Миласа такая и в 5-литровых канистрах. Она в раз в 5, ребята, дешевле, но эффект от нее как бы понаслышке, не буду утверждать, говорят, практически тот же самый. Поэтому моя первая рыбалка вот с этой добавкой, и пока как бы доволен. В тандеме гороховый бойлик, прикормка с Миласой. Вот, она липкая такая, смотрю, в кормушке не сильно размывается, и тем не менее, видно, когда размывается, ложится тупо на дно, и делает такой прикормочный неплохой столик. Ну, посмотрим, ребятки, как к вечеру пойдет движение. О, поклевка, поклевка, поклевочка, оба! Снова поклевка. Да что-то бомбит, не пойму. Возможно, ничего нету, как-то слабенько идет. Не, ну нормально. Ну, не крупно. А что делает, а? Что такое? Нет, нормально. Не, ну вы хоть посмотришь там, как я тебе просто... Ты возьми прикормку. Холостой. Толстый? Да. Ну... Ну, поклевочка была? Поклевочка была. Сейчас, ребята, только ушел. Только ушел. Сразу поклевка, Санек, видел? Ну, все равно буду перезабрасывать. Оп. Вроде кто-то есть. Кто-то на том конце бьет. Чувствую удары. Я же стоит здесь нить на катушке. На остальных там шок-лидеры. Леска как-то она смещает удары. А вот именно нить она не дает. Ну, не важно. Важно, наверное, еще наш карасик. Давай, 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 поднимайся. О! Ух, это хороший, ребята, это хороший. Вот это лопух. Да не, ну что сидел, взялся. Ну это самый большой пока. Классика. А? Красотища, да? Знаете, красавчик какой.
Да, не думал, что днем будет клевать так рыбка хорошо. Клевала хорошо. Да ай. Будет пустой, наверное. Да не. Карась. Хороший карась. А? Карасик хороший. Таких берем, да? Таких? Да. Да берем. Это не крючочек. И тогда еле отцепил карася. Зато глянь, как засекся хорошо. Там маленький, тонкий, Оля. Так а сейчас большие крючки и не надо ставить. Карасик. Да, сам отцепился, думает, не утруждать меня. Так, ребятушки, ну это уже 8-й экземплярчик. В принципе, для открытия сезона уже неплохо. Руки помыть. Вода холодная еще. Как бы кажется жарко днем, но на самом деле всего-навсего только начался апрель. Скоро, кстати, нерест начнется. Вот, еще прохладно. Ладно, делаем перезаброс. Будем замешивать уже на ночь прикормку. И добавляем опять мелассу. Так, берем водичку с водоема, снова берем сливу. И размешиваем.
и доулажним нашу прикормку, потому что, я смотрю, меласа со сливой в отличном тандеме работают. Так, все, теперь увлажняем. Все, ребятки, даем прикормочке настояться. Пускай напьется водички. Я сделал темную с такими цветными частицами. Запах. А, отлично. Пахнет сливой. Ну что, скоро будет вечерний перезаброс. Поклевка. Есть. И на карась. Неплохой. Ага. Отличный. А ну подожди. Сейчас в садок я кину. Ну, может быть, на твоей улице будет праздник. Пока не пойму. А ну-ка. Кто-то есть. Не спеши, не спеши. Спокойно, тихо. Что-то. Что-то слабенький праздник. Что-то у тебя уровень сегодня серьезный. Не говори, блин. Это ж плотва вроде. Да нет. Им надо отпустить, наверное, шамайка, блин. Мазок висит. На дереве все. Там крылья, а тут... Тут, наверное, сейчас и муравьев полный этот. Да? Наверное, не знаю. Ты что, не по деревьям, что ли? Там он полное дерево муравьев. Нет, комары там даже. Вечерний заброс. Не знаю, как уже камера снимает, уже сереет так неплохо. Но хотел показать хитрый такой китайский колокольчик. Может, у кого-то есть, конечно, но я ловлю впервые. Хочу попробовать, обычно светлячками пользуюсь, но вот появился такой вот интересный электронный сигнализатор. То есть он устанавливается на удилище и при поклевке, обратите внимание, срабатывает световой эффект. Посмотрим, как они проявят себя ночью. Может, действительно это намного удобнее. Ну, то есть вот так вот как-то. Допустим, так легонечко ударчик. И снова индикатор работает. При ветре, то есть сейчас он остановится.
при ветре, вот если шатается ветром, он не срабатывает. Но если именно рывок, вот такая вот штука. Ну посмотрим, ребят, как оно ночью будет. Первая сработочка, а ну-ка. И... И все, и бросило. Мостом махнул. Да, может, рядом проплывал, зацепился. Ля, все сереет, да? Все сделали перезаброс. Только ждут рыбу. Маячок светится, ой, маячок этот. Буй. Буй. Ну ладно, все равно. Ну, я теперь по лету наоборот, только стемнело, рыба такая активная становится. Хрен знает, как сейчас по холоду. Вода-то холодная, все равно еще. А ты эти шаги. Нет. Так, колокольчики раз позвенели, и опять все. Слабые какие-то рывки, удары. Можно сказать, последние вот полтора часа абсолютно ни одной поклевки. Абсолютно. Вот, но. Будем ждать, надеяться и верить. Да, ребята? Так, у нас атаковал, блин, крючки. Ракушка, ё-моё. Уже подбирается. Так, делаем перезабросик, ребята, ночной уже. Уже 10 вечера. До сих пор еще не поймал. Где-то с 5 вечера, даю за 5 часов ни одной рыбы. Штуки 3 поклевки, может, было. Ну, такие холостые. Не знаю, холодно, наверное, еще он пар с рта идет. Еще рыба не такая активная, как хотелось бы. Вот, но все же сезон 2016 открыт официально. Вот, на еще часик посижу, если ловиться не будет. Пойду, наверное, подремаю часик-два. И будем ждать, все-таки, может, с утра очнется рыба. Ну, что, наверное, включусь уже утром. Расскажу отчет о ночи. Может быть, будет клевать, может быть, нет. Вот, но пока стоятка вкопанная. Пока вообще результата никакого. Тишина полная. Ладненько. Включимся уже с утра. Давайте, ребят. Не успел это снять. Всем доброе утро. Кто это? О, хорошенький. Вон, если посидел, подождал, да? Трасть, да? Хорошенький. О, с утреца. Доброе утро, ребят. 5 часов утра. За ночь было поймано еще 2 карася. Вот такой ночной отчетик. В общем, слабенько, очень слабенько. Сейчас сделал перезаброс. Возможно, утренняя зорька нам что-нибудь даст с вами. Ну, карась крупный, хороший карась. До 500 грамм идет такой, нормальный. Только что перезабросил. Думаю, может быть, под утро более активно себя начнет рыба вести. Ребята все перезабрасываются. Мои. Вот. Ну, будем пытаться ловить еще. Значит, до обеда время есть. То есть у нас такая вот рыбалочка ровно сутки. Открытие сезона. Оп, беру. Беру. Ребята, утро прям активное у нас. Прям проклевывают что-то. Ожила рыбка. Вот все-таки ранней весной, видите, не так, как летом. Летом более ночью. А это... Иди сюда, иди, мой хороший. Отлично.
Какой карась, а? Красавчик. Отличная, ребят, поклевка. Отличный карасик. Уже так мягко-мягко. Походу рыба есть. Вот обратите внимание. Есть рыба. Приличный карась. А удилище еле дергалось. Так, поставь. Тише, 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 тише. Тише. Вот он, ребята. Карасик. Ох, как мне нравится рыбалка. Волшебную кашу сейчас зарядишь. Да. Катышем. Ты брал катыш? Да брал же. Карася, ты тоже на катыш вытянул? Да. Да? Ну, пробуйте, пробуйте. Так, отлично, брошу. Немножко по-другому сделал. Чем я здесь леска провисла? На втором. Ладно, сейчас заброс. На дальнюю дистанцию. Вот оттуда есть. Мужики ночь просидели. Видно, ни одной поклевки. Собираются уже домой. Да. Не знаю, но лично я доволен рыбалкой. Клёв продолжается. Рыбалка в полном разгаре. Очередной. Александр Батькович назвал ее серьезной рыбой. Да, судя по всему, такова она и есть. Не смеется. Да, не улыбается почему-то. Но мы любим ее. До следующей рыбки. Ребят, ну уже все поклевки подряд не снимаю. Поднялся ветер.
волна появилась. Вот, и вот за 5 минут уже третья поклевка. То есть как бы все уже не получается снимать. Берется вот такой, больше ладони, с две ладошки карась. Так, ну идем дальше. Пробыли мы сутки на водоеме. Поднялся ветер. Ветер такой штормовой. Вот, ну что хочу сказать по этому поводу. Рыбалка неплохая. Сказать, что было просто супер, также не скажешь. Бывали моменты 2-3 часа вообще ни одной поклевки. Потом в течение получаса 5-6 поклевок. Из них там штук 5 результативных. Вот. Десятка 3 карася поймалась. Поймалась там еще пару лещей, по-моему. Штуки 2. Вот буквально за сутки. Ночью всего было 2 поклевки. 2 карася. Клевала до обеда. А вот мы просидели уже часика 2. Ни одной поклевки. Так что будем собираться домой. Сейчас достану рыбу, покажу вам. Ну вот, за сутки. А, застрял, он бывает, пером застревает. Сейчас нужно травы нарвать. Вот он улов. За сутки. Такой достойный экземпляр. Крупный карась. Сейчас возьмем ведро, пересыпем травой. Так, кстати, не забываем забирать с собой мусор, не оставляем. Так, ну что, вот такая вот у нас рыбалка. Сейчас растянем садок, наверное, чтобы высох. Я думал, может, его сполоснуть. Да, сполоснуть и, наверное, растянуть его надо. Так, ну почти еще травки зеленой пересыпаем. Так, еще этих давай. О, Санечек, покажи свою. Тоже отлично, неплохо, да? Конечно. Блин, есть такие зачетные прям вообще. Тимошка, наверное, карась, да? Лещики, лещики. Очень даже ничего. А твой садок где? Мой не показывает. Ладно. Свою. Так, мусор не забыть сразу в машину. Ага, еще. Ну вот, ребята, 40 штук, 4 десятка за сутки. Ну, пацаны, там кто пятнашку, кто еще что-то. Так, вот 20-литровое ведро, ведро полное. Так, сейчас пересыпем. Это гены. Ага. Оп-оп. А трава ж салатневая, красивая. Ну что, ребята, вот как мы провели сутки. Я считаю, что сезон открыт. При учете того, что поклевок, можно сказать, было не особо много. Вот. Так, пока просохнет садок, немножко пообщаемся. Что по водоему? Я все равно сниму Гену, хоть он и не хочет, чтобы я его показывал. Но начинающий и рыбак, можно сказать, первый выезд на эту реку. Это нормально. Так вот. Вчера приехали с обеда, до вечера где-то был десяток пойман. Я просто сейчас буду говорить там за себя, допустим. Вот. С 5 вечера до 2-3 часов вообще ни одной поклевки. Ночью пару штук. Вот. Потом с утра активный клев до обеда. Основная масса вот была новая. И с обеда, даже не с обеда, часов, наверное, с 11, вот до сих пор за 2 часа у меня ни одной поклевки. Но тем не менее, ребята, сезон 2016 официально открыт. Итак, подписываемся в группу ВКонтакте, не забываем. Оставляем за собой чистый берег. Ну а я вам желаю ни хвоста, ни чешуи. Встретимся на водоеме. Всем пока!